Окей, пойдем смотреть. Одной фотки нормально нет. Все закончилось. Стопахан звонит, говорит, ты точно нас звонишь? Это нормально. Что-то камер сегодня мало. Камер. Или давай перекрутим. Еще по разу. Видите, там уже... Отлично, Даня, отлично. Вот рука, хорошо, молодец. Качественнее. Да, хорошие передачи. Хорошие, быстро. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хороший, хороший. Умница, браво. Умница, вот это другое дело, умница. Хорош, хорош, да, хорош. Вот у нас. Вот это передача спорт. Хорош, вот она может быть. Отложите себе в голове последний раз. На базе сетка стоять, хорош, 15-метровый. Я его не люблю. Приятно. Давай. Выбил бы. Тут картошка не было. Никит, пошли, Никит. Ой, не надо меня снимать. Я нельзя снимать. Здоровья тебе. Не надо было. Исландцев разбирали? Что можете о них сказать? Какие-то установки? Хорошая, крепкая команда. Все в нашей группе, тяжело будет вскрывать их оборону. Но если сделать все, что от нас требует Ильинский штат, то обязательно. Ну, правда есть ощущение, что это молодежка сильнее? Ну, я не буду так говорить, посмотрим по результату. Ну, я думаю, да, если по составу, то да. Большинство игроков играют в старте и выходят в премьер-лиге. То, что вы так много забивали в отборочном цикле, что это значит перед ВФНМ частью? Вы продолжите это делать? Надеюсь, да. Сборная Исландии первый соперник. Что это за команда и как вот успех их на евро взрослой команды 2016 года соотносится с этой молодежкой, как кажется? Команда боевая, но особенно Сигурдссон крепкий мужик. Ну, кстати, он крепкий. Вы просто думаете, что он так делает. Маленький, но крепкий? Да. Вы обсуждали с Мангусом, с Тигурцем ваше будущее противостояние, да, с Исландцами? Мангус сказал, если выиграете, говорит, то тебе хана. Я говорю, смотри, наоборот будет. 4 или 5 защитников. Мы увидим, о чем главный тренер говорит. Ну вот увидите, вы с Исландией будем играть, там уже там посмотрите, 4 или 5 будем играть. Но нарабатывается что? Нарабатывается 4 или 5. Спасибо. на наших матчах все это. Ну, видно. Так, ребят, давайте немножко внимания, Слава. Мы тебя поздравляем еще раз с днем рождения.